Перекресток Ладыгина-Нейбута. Мастер попал в аварию на ученическом авто. Когда видишь попавшую в аварию учебную машину, кажется понятно и кто виноват, и что делать. Но, несмотря на понятность ситуации, все было не так. Подробности аварии рассказывает непосредственный участник, водитель Mitsubishi Lancer. Ехал с Нейбута на Ладыгина, на перекрестке. Остановился, пропускал, соответственно, встречные транспортные средства, которые двигались. Грузовой автомобиль, выезжая с Ладыгина под знак «Уступи дорогу». Не убедился в безопасности. Решил меня объехать. Не как полагается выехать сюда, перпендикулярно. То есть он Лансер огибая как бы задел? Да, получается. Да, он огибая Лансер ехал вот здесь, вот получается, вот так вот, вот оператор стоит, вот по этой траектории поехал. И задней частью кузова сносит половину задницы. В результате такого неосторожного маневра заднюю часть Лансера разодрала. Железо разрезало как консервную банку. По словам Григория, автомобиль часто попадает в аварии. Это авто для учеников, тех, кто только желает получить водительское удостоверение, поэтому опытный водитель за рулем Mitsubishi – редкость. Наличие второй педали тормоза не всегда спасает ситуацию. Только недавно Mitsubishi вышел с ремонтного бокса, где ему меняли бампер, фару и крыло. Теперь опять предстоит ремонт, а значит, в автопарке ученических авто будет на один тренажер меньше. Второй участник от комментариев отказался, однако и так понятно, что мужчина переживает. Правда, не за повреждения, они у Nissan Diesel минимальные. Водитель переживает скорее за потерянное время в ожидании инспекторов.